Диана Агабабян выросла в ансамбле «Нэри». Пришла танцевать сюда еще девчонкой, сейчас руководит творческим коллективом. Но по-прежнему остается на сцене и в качестве артистки, и в качестве хореографа. Уверена, только танец может полностью раскрыть культуру любого народа. В концертной программе «Нэри» 10 номеров, и в каждом из них что-то особенное. Армянский танец – это грация, это любовь, это нежность, это сила. Это выносливость, когда нужно жестокость, но все у нас крутится вокруг любви. Через костюм, через какие-то орнаменты, через музыку. Межнациональный концерт «Мой дом» по традиции принимал ДК «Заря». На сцену выходили армяне, грузины, дагестанцы, белорусы и другие народы, проживающие на территории региона и города. На этот раз организатором праздника выступил армянский культурный центр «Нэри» «Свобода» при поддержке администрации Самары. Наш общий дом – это наш родной город Самара. А Самара, как известно, город многонациональный. Сегодня на концерте мы видим представителей уже второго поколения. То есть дети наших руководителей, руководителей национально-культурных центров уже являются сами организаторами мероприятий. Появляются новые ансамбли, в них приходят новые ребята. А значит, передается та нить культуры от человека к человеку, от народа к народу. И именно так развивается культура многонациональной Самары. Узнать больше об армянской культуре можно не только на концертах. Кружки, секции и воскресная школа работают в Доме дружбы народов. Там изучают традиции, культуру и национальный язык. Наша задача вот показать преемственность поколения. И с учетом того, что уже примерно 15 лет уже мы в общественной жизни, мы уже воспитали кучу молодежь, кучу взрослых, которые уже взрослые, и которые уже своих детей уже возят к нам. Вот что и радует нас. По мнению зрителей, именно на таких межнациональных концертах крепнет дружба между народами. Здесь налаживаются знакомства, которые потом перерастают в культурные и бизнес-проекты. На самом деле это не миф. Это на самом деле так это и есть. То есть все национальности друг друга поддерживают, все принимают участие на различных мероприятиях. В жизни, да, конечно, можно сказать, что не раз и меня выручали представители, допустим, ну, как, с чем я сталкивался, это Таджикистана, той же самой Армении ребята, да, были. В Самарской области проживает 157 национальностей и 14 этносов. Но историю губернии и Самары создают люди, талантливые и неравнодушные. Например, певица Надежда Кадышева – мордовка, олимпийский чемпион дзюдоист Тахир Хайбулаев – аварец, архитектор Ваган Каркарьян – армянин. Журналист Сергей Кизоркин-Мордвин, оператор Константин Головин – русский. События.